Девочки, всем привет! Сегодня я вам покажу пару ароматов, которые я носила на этой неделе. И если ничего не изменится, то я собираюсь их носить и на следующей неделе тоже. То есть мне понравилось как-то настроение такое, и они у меня, да, вытеснили все остальные ароматы. Первый аромат, который я вам покажу, я удивилась, но он вытеснил у меня Juicy Couture, Viva La Juicy. Это Pink Friday от Nicki Minaj. Флакон такой громоздкий, такой большой, но интересный, интересный. Аромат однозначно фруктовый, он вкусный, он веселый. По сравнению, вы знаете, в носке я поняла одну вещь, что по сравнению с Juicy Couture, Viva La Juicy, он, здесь есть и карамельность, есть такая фруктовость тропическая, что-то такое навевающее отпуск, но по сравнению с Viva La Juicy, он, знаете, какой? Он более легкий, он не такой сладкий. Viva La Juicy запросто можно носить и зимой. Этот именно такой аромат весны, лета, можно носить даже в самую жару, он не задушит. Вот это большой плюс. И в пирамиде здесь карамбол, ежевика, итальянский мандарин, лотос, звездчатый жасмин и в базе карамель, груша, ваниль, мускус, древесные ноты. Здесь фруктовая составляющая, она ненавязчивая. Это да, больше как такой коктейль, не компот, именно как коктейль какой-то летний. Яркий здесь мандарин, на мой взгляд, карамель и ваниль, они яркие. Чудесный аромат, вот кто бы подумал, но август показал, что аромат был куплен не зря. А вначале ведь я разочаровалась немножечко, потому что подумала, блин, опять что-то невероятно похожее на Viva La Juicy купил, но нет, нет. Он самостоятельный аромат, поэтому очень-очень рада, что он у меня есть. Следующий аромат, который я носила, это от Faberlic, бергамот из серии Aromani. Девочки, в общем-то, он пахнет бергамотом, немножечко зеленью, акватикой. И он, знаете, в носке, он показал себя как пудровый аромат. Это было очень интересно. Так, сюда его поставлю. У меня уже осеннее настроение, девочки. Я уже как-то настраиваюсь на сентябрь. Хотя у нас очень хорошая такая теплая погода. Летняя еще. Осенью в воздухе даже не пахнет. Взяла поносить и задохнулась от аромата Алиси Эшли Коко Ванила. Это, девочки, Eau de Toilette у меня. Там есть еще версия Eau de Thé. Я не знаю, в чем различие, но вот у меня, хотела вам сказать, что это Eau de Toilette. 25 мл. Цвет такой, видно сразу, да, что здесь есть ваниль. Очень яркая гурманская ваниль с кокосом из коктейля. Немножечко что-то такое, тропические фрукты, но совсем чуть-чуть. И вы знаете, на коже чувствуется действительно разогретый песок. В пирамиде здесь есть разогретый песок. Я не знаю, как они этого добились, что они там смешали из ингредиентов, но да, я чувствую что-то такое. Да, песок разогретый на солнце. Аромат чудесный, очень мне нравится, но вот я в жару попыталась его поносить, и за 30 градусов я не носила его на пляже. Возможно, на пляже он бы звучал по-другому. Кстати, здесь ваниль такая гурманская, хотела вам это сказать и для себя тоже отметить, как в аромате кашмир от Чепард. Вот ваниль у них здесь похожая, хотя сами ароматы между собой вообще не похожи. Просто вот этот у меня вызывает аппетит, и этот тоже. Потому что иногда бывает ваниль такая косметическая ваниль, бывает ваниль именно гурманская, или как в коктейле добавляют ваниль, тоже отдельная ваниль, или сухая ваниль бывает. Вот здесь больше такая гурманская ваниль, не косметическая, и вот как в кашмире. Ваниль у них очень похожая. Так,
Какая пирамида у этого аромата? Девочки, в верхах кокос, ваниль уже в верхах, ну понятно, да, почему я и задохнулась. Маракуйя и лимон вообще меня никак не освежали. Средние ноты тиаре и гелиотроп. Я не знаю, они как-то затерялись на фоне сладости. Карамель, песок и амбра в базе. Ну вот, аромат был очень сладкий. Ароматы, на которые я подсела и просто с них слазить не хочу, это ароматы. Первый – это Love Dance от La Riff. Очень мне нравятся эти ароматы. Вот этот сладкий, а вот этот более свежий. Сразу вам два покажу. Это, вы знаете, La Riff делают ароматы, аналоги, закосы, скажем так, не, потому что аналогами стопроцентными они не являются, но очень-очень похожи на оригиналы от эскады ароматов. И сейчас скажу, вот этот Love Dance, это эскада Rock in Rio. Я его никогда, девочки, не пробовала, поэтому не могу сказать, насколько они похожи. Но вот многие говорят, что очень похожи. А у La Riff аромата пирамида: кокос, персик, гранат, банан, ананас, амбра, мускус, сандал. Девочки, однозначно здесь чувствуется банан. Если ананас, то он очень переспелый. Я чувствую жвачку, жвачку с бананом. Ну, почему-то мне кажется, что здесь есть и что-то такое апельсиновое, и что-то такое... Здесь какой-то такой фруктовый взрыв. Поэтому сложно мне сказать. Гранат, кокос, так не чувствую. Персика тоже так не чувствую. Мне кажется, я понимаю, что здесь очень много фруктов. Он очень сладкий. Вы знаете, на фоне других ароматов, которые у меня есть, вот в таком стиле, раньше он мне казался невероятно приторным, сейчас уже почему-то так не кажется. Но более свежий, менее сладкий аромат Have Fun, тоже от La Riff. Загораживает мой красивый фонарик. Have Fun, он фруктовый, девочки, но здесь прослеживаются и цветочные нотки. И он более свежий, как я уже сказала. Он закос на эскада Moon Sparkle. Тоже никогда не пробовала, не знаю, как пахнет. Да, я же не пробовала мусспаркет. Мне Вика какой-то эскада просылала, но другой, не этот. Хотя могу ошибаться, надо перебрать свои от Леванты. Какая у Have Fun пирамида? В верхах клубника, малина, яблоко, черная смородина, магнолия. Середина очень цветочная, пион, роза, фрезия, жасмин. Вот эта цветочность, она потом проявляется, а вот на старте действительно фрукты. Мускус, сандал и амбра в базе. Но они так не чувствуются сильно. Просто, понимаешь, какая-то там легкая база. Однозначно клубника, однозначно чувствуется яблоко. Малину и черную смородину я тут так не чувствую. И потом на коже раскрывается у меня в общем цветами. Чувствуется чуть-чуть фрезия, чуть-чуть жасмин. Розу и пион я чувствую просто как какую-то небольшую цветочную сладость. Девочки, вот такие ароматы у меня были из летних. И вы знаете, вы сейчас удивитесь, но я брала не в самый жаркий день, я брала поносить, девочки, не поверите, Obsession от Calvin Klein. Я однозначно буду его носить осенью и зимой. Разносила я его летом. Я вдруг вспомнила, что у меня есть вот такой запах, и мне нужно сейчас его поносить. Просто была потребность. Я взяла этот флакон, не задумываясь, нанесла на кожу, и я просто начала кайфовать. Девочки, это такая прелесть. Это мощный... Аромат, кстати, недорогой. Из-за того, что, наверное, ретро, не супер, он пользуется большим успехом, и его можно купить и в 30-ке, даже 15 миллилитров, если не ошибаюсь. То есть может выйти очень мега выгодно. Он сюда, кстати, очень классно вписывается уже во все нюгам. Девочки, вот какой цвет жидкости, такой аромат. Он очень пряный, он согревающий, он древесный, немного животный. Чувствуется здесь и бальзамичность, и дубовый мох. Хотя здесь дубового мха
Нет, есть дубовый мох. Вот, я не ошиблась. Здесь есть и кориандр, и сандал. Здесь есть и ладан есть. Короче, аромат просто великолепный. Он шикарный, он богатый. А, девочки, вот пришло его время. Сколько лет он у меня лежал? Ждал, пока я до него вырасту, до него созрею. И я бы никогда не подумала, что это произойдет летом. Но вот летом мне захотелось какой-то, мне кажется, бальзамности, вот чего-то такого ладного со специями. И вот сразу мой мозг вспомнил его. Вот, его носил. И еще один аромат я тоже носила, и тоже не в жару. Это, девочки, вот такой аромат МНД. Вот так он называется. Большая буква М и большая буква Д. Пачули аромат. Это очень бюджетный аромат от итальянской маленькой парфюмерной фабрики. Я ее искала, нашла только на карте, никакой информации не было. Мео Дистрибуционе называется вот эта фирма. Выпускают они ароматы и выпускают они косметику какую-то или косметические отдушки, я не поняла. Информации, к сожалению, нету ничего. Пирамиду я тоже не нашла. Но вы знаете, девочки, короче, это пачули и много древесных нот. Это необыкновенно вкусно. Если вы можете найти этот аромат, пахнет он дорого, пахнет осенним лесом, осенними прогулками, листвой желтой, упавшей в лесу на землю. Очень вкусно пахнет. И стоит он, по-моему, я его брала, девочки, для тех, кто живет в Германии, на Домбира брала. По-моему, он мне обошелся 15 евро. Классный аромат. Я бы попробовала еще какие-нибудь другие ароматы из этой коллекции. Хотя, да, 15-16 евро не супер прям так бюджет. Но все равно бюджет. Да, но это, девочки, чтобы такое носить, вам должны нравиться пачули и деревяшки. Потому что вот это то, что делает этот аромат таким, какой он есть. И, возможно, здесь есть какие-то фрукты, но они такие, знаете, вяленые. Вяленые на костре немножко. Да, древесность, пачули, что-то такое небольшое, фруктовость есть. Аромат, он не тяжелый, но он не свежий, вообще не свежий. Все, девочки, на этом буду прощаться. У меня батарейка сейчас отключится, поэтому не буду дальше расписывать. К сожалению, на этот аромат вообще нигде информации нету. Я, наверное, одна единственная. Я ни у кого его не видела. Ну вот, называется он пачули, девочки, пачули. Это Eau de Parfum. Девочки, всем хорошего дня и до следующего видео. Всем пока-пока.